Они готовы на многое – обобщать лучшие практики и законодательный опыт и формировать законотворческие предложения, которые будут направлены на федеральный уровень. На стратегической сессии женщин-депутатов можно получить ответы на целый ряд вопросов. К примеру, какова роль женщины в политике и как свои идеи можно интегрировать в политический ландшафт России и СНГ. И если женщины объединяются вместе, поддерживают друг друга, и если они имеют определенное влияние, вес, например, в общественной или политической деятельности, они могут гораздо больше сделать для социально ориентированного развития общества. В рамках сессии обсуждаются перспективы развития образования, здравоохранения и региональной экономики. Для этого приглашают депутатов всех муниципальных образований региона и города. При таких объединениях и вот совместных встречах мы можем делиться опытом при решении проблем, насущных там вопросов города. Это вот очень полезно. Затрагиваются и вопросы социальной сферы. Участницы стратегической сессии отмечают, женщины не боятся брать на себя ответственность в вопросах семьи и материнства и подходят к решению социальных задач грамотно. Ольга Павлова, Константин Головин. События.